друзья, сегодня мы снимаем. Привет там тоже, кстати. Йога-челлендж. Мы никогда не занимались йогой. Вот сейчас первый раз и вместе. Это будет, наверное, трудно, да, для нас? Наверное. Так, мы новички. Вам желаем всем приятного просмотра. Ну и давайте разомнемся и поехали. Опа. Опа. Итак, давай вот это сначала. Так ты прогибайся с ним. Ну, я прогнулся. Еще, да ты чего? Все, вот, все. Я так хорошо прогнул. Вот, все. Вниз. Да ты просто сначала. Нормально. Чем ты ногу поднимаешь? Да все, прогнулся, ну. Ну так и что дальше? А ноги-то прямые. Так прямые у меня, блин, если все не гнется, у меня все болит. Давай. Ногу подняли. Все, нормально было. Все, мысли было, ничего не было. Было. Фигня это тупо на растяжку, это неправильно, надо что-то интересное. Вот это. Нифига, это не просто. Давай. Давай ты будешь сидеть, да? Тебе нужно наоборот, сюда. Ну, сюда. На мои ноги. На мои ноги. Давай сначала на плечи. На мои ноги, ну. Блин, мне так больно. Ну так. Вот, все, выгибайся. Блин, как? В смысле? А что ты ноги слышишь? Прямо, да, вот так вот? Да! Блин, боюсь, я потом... Только ты мне, Паш, держи! Да я тебя держу! Это уже ну? Страшно! Давай, ставь! Ты держишь? Блин, больно опять взялась с руками. Вот! Ну? Выпрямись туда, сиди! Блин, да ты не держи! Не бойся! Все, ноги за щеку видишь! Ты меня не держишь! Давай, следующий. Вот этот. Как так? Ближе ко мне. Мы должны поцеловаться. Да как ближе-то? Мне ноги еще ближе. На пинок будет. Я тебе сразу... Ноги-то на меня ставь, чего боишься? Туда что ли? Ну так на эти, на носочки вставай. Настя, мы должны поцеловаться, ты понимаешь? Нет, не понимаю. Настя, ты чего? Ты должна в струночку выпрямиться, до жопы у тебя должно быть все прямо. Выше ноги, да? Давай, давай. И ко мне руками топ-топ-топ. Давай, руками ко мне топ-топ-топ. Ну, топ-топ. Давай. Может, сначала сюда залез? Ну, давай. Выше ноги должны быть. Вот. Ты так выпрями жопу и так. Молодец. Все, как? Давай не будем слазить. Нормально, а? Теперь вот это. Это смотри, тебе нужно так писать прямо, тебе нужно ноги сгибать. Нет, ноги же упертые были. Упертые они? Так это не поза собаки, тебе нужно быть поза собаки. Какая собаки? Называется так. Какая собака? Ну смотри. Да показывай, ну. Видишь, у тебя пятки должны быть. Вот так вот, вот. Ну все, давай. Иди синий. Уперся. Давай. Ноги-то прямые. Да уперся не могу, у меня не могут они быть прямые. Настя, деревяшка я. Неправильные? Я не знаю. Я тоже. У меня вообще все легко. Нет, подожди, потом будем меняться. Давай. Как там? Блин, Настя. Ну ты вставай. Ну давай, я потом встану. Так хорошо. Ай, тихо. Сделали хоть что-то более-менее. Вот так. Ты точно держишься? Да, я похер, что придется точно держаться. О, блин, я не смогу. Давай, давай. Я не смогу. Давай. Мостик встать. Давай, вставай на мостик, блин. Подожди. Я не смогу. Подожди. Я не могу кусать тебя. Давай. Я не могу. Я не могу кусать. Настя, ты вообще, блин, не спортсменка. Я вам все вообще могу сделать. Блин, я тоже могу. Давайте с меня в мостик. Давай. Давай. Держишь? Да. Да? Да. Давай. 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 Нет. Чучу. А, вот это. У тебя писька там торчит. Красный. Где тянуть-то? Держу. Ну давай, давай, держу, пофиг.
Что ты ошибался? Держу. Паша, пожалуйста. Держу. Паша, ну давай делай. Настя. Нет. Блин, ты куда берешь, что? Давай. Подожди, что страшно так. А ты должна просто повыше. На жопу, ну все. Какую на жопу, там на пояснице? Ну так ты выпрямись туда, и я тебя вытяну. Вытяну. Дай туда. Нормально. Во, все, вытягивайся. Иди вытянулась, а? О, молодец. Все. Как тебя еще скидывать? А, господи, помоги. А так что, прямые ноги-то были? Так я выпрямлю потом, ты сначала просто сядь, посмотри, на какое место. На грудь, что ли? Нет, блин, вот сюда вот. Ну. Держи! Давай нормально, у тебя что как это? Так это не я на тебя, ты что будешь делать? Давай, Настя, выпрямляй ноги. Так, сейчас самые сложные остались позы, ребята. Я такую точно не смогу. Пофиг. Все, сел. Поднимай. Куда тебя поднимать? Ну, поехал. Ничего. На ноги-то. Животик больно. На ногах давай. Что на ногах? Давай, я на жопу приставлю. Давай, залазь, залазь. Давай. Давай, залазь потихонечку. Как? Ты вот сначала на руках держись, я тебя подниму. Ага, ага. Я тебе жопу подниму сначала. Вот, теперь я тебя держу, давай, все. Все. Делай как она сейчас. Быстрее. Ноги на себя. Я не могу. Это такая херь. Давай. Ко мне сюда просто на плечи сначала. Как на плечи? Да не так, боком как. Короче, вот он так стоял. Давай вот сюда. На плечи просто. Чё тупишь? Так, Настя, на плечи, а не на жопу. Ближе к башке. Ну? Не поди только. Давай. Чё, его сложного было? Вот так вот сделать. Так, Настя, выпрямись. Сейчас ноги выпрями. Блин, пожалуйста. Настя, дай мне за грудки тебя взять. Нет. Убойся. Нет. Надо. Дай мне. Где, чтоб не больно было тебе? Да хоть где уже, вот здесь. Давай, готова? Да. Так выпрямись руку, у тебя жопа снизу. Подожди, я не могу дышать. Нет. Да не бойся. Не бойся. Нет. Выпрями струнку. Готова? Да. Раз, два, три. Да, Настя, блин, я тебе за шею держусь. На, чуть-чуть сюда сядь. О. Готова? Нет! Настя, нет! Да, нет, ты выдержишь меня! Я знаю! Давай! Пожалуйста! Я держи. Знаю, что если упадем, то... Ты, Настя, дай мне взяться-то! Да хоть зачем я сейчас? Нет! Нет! Нет, пожалуйста! Глепухой! Паша, сейчас упадем! Паша! Настя, я вообще устал! Слазь как-нибудь, я сейчас упаду. Паша, мне! Паша! Ребята, это был йога-челлендж. Мы вас всех действительно любим. И умираем. И умираем ради вас, вот как сейчас. Давайте, ребят, подписывайтесь на нас везде, контакты, инстаграм не забывайте, мы его сейчас ведем очень хорошо. Всех вас любим, правда. И счастья вам, здоровья, прям. Блин, мы хоть одну позу интересную сделали, нет? Не, правда, хоть одна поза смотрелась так, как будто бы мы нормальные.